Друзья мои, всем огромный привет! Сегодня 1 сентября, и мы вас поздравляем, как ваших детей, внуков, правнуков, у кого есть, я думаю, у многих. Всех это событие касается, так же, как и нас, взрослых. Когда-то мы тоже ходили в школу. Для кого-то это праздник, да? А для кого-то это мучение. Наверное, для многих это мучение. У нас очень жарко, наверное, градусов 36-38, наверное, сегодня точно. 36? Нет, ну сегодня очень жарко, сегодня прям под 40. Ты сказала 36? Так что сегодня наши дети пошли, как никогда раньше мы. 1 сентября готовишься обычно, в юбочке, блузочки, гольфики, а тут раз и плюс 8 с утра. Особо так не пойдешь. А сегодня прям жарко, бедные дети сегодня зажарились. А сейчас мы приехали прогуляться в старую часть города. Кто не знает, кто первый у меня на канале, то это город Волжский, у нас Волгоградская область. И мы сейчас с вами находимся в старой части города, где были первые постройки домов. Они очень уютные, здесь нам очень нравится. Мы приехали сегодня погулять сюда, устроить прогулку в старый парк. В нашем городе несколько парков, но нам больше нравится уютный старый парк. Здесь все по-особенному, и пахнет здесь как-то особенно, и мое детство здесь прошло. И здесь такие деревья высокие, дома низкие, хорошо. Поэтому мы приехали в парк устроить пикник, покататься на каруселях. И приглашаю вас прогуляться с нами. Друзья, давайте пройдемся с вами сейчас по двору. По этим самым уютным дворовым улочкам старой части. Мне здесь нравится, здесь, наверное, знаете, мало людей. Как-то так... Мне кажется, даже прохладнее, что ли, чем у нас, да, в новой части. Дети нравятся здесь гулять. Раньше такие были горки, смотрите, какая она большая, до сих пор сохранилась. Качель, конечно, древняя, да? До сих пор. А где тут на горку забираться-то? Ну, вон по тем ступенечкам, по-моему. Стой! Она ржавая! Спускайся! Она зато смотрите, какие дома красивые здесь. Светленькие. Красиво. Я очень люблю такие старые постройки, какие были раньше арки в домах. Так, сейчас мы проходим с вами на Фонтанной, улице Фонтанная. Тоже очень уютная. Мы сейчас в парк сходим, потом погуляем здесь. А, вот так вот? Куда? На него. Я тут... Как в Древней Греции, как строили раньше. Друзья, смотрите, здесь гортензии посажены. Правда, я не знаю, что за сорта. Но вот это похоже, конечно, на Diamond Rouge.
Не знаю. Красивые. Вон их сколько, да, ищу. Это вот совсем другие уже сорта. Видать, это розовеющий сорт. Немножко розовеет. Этот тоже немножко порозовел. Совсем чуть-чуть. Но у нас такая жара стоит и ночью. Мы спим очень здесь трудно в городе. Все-таки на даче нам спалось лучше. Так, сейчас дети тут уже разбирают карусели. 12 лет, да? Друзья, идем мы на автодром. Вспомним старые добрые времена. Как в добром детстве. Красивые статуэтки, такие яркие. Ну, погоди. Какой ты? Сейчас. Ну, так избивать друг друга не будем. Ну, мне скоро 10 лет. Ну, так вот, на автодроме только с 10 лет. Ну, честно, мне скоро. Сопровождающими. Ну, я с ней сяду, покатаюсь. Сегодня скидки, акции. Нам сказали, что в парке билет по 60 рублей. А я могу с тобой, Маша? Наверное, в два раза дешевле. Это хорошо. Сейчас 1 сентября. Ой, столько радости, господи, у детей. Ой, сколько лет этим каруселям. Я помню, мне было лет 10, а то и меньше. И до сих пор они работают. Ну, сейчас мы идем на колесо ободрения. Это первое. Оно к нам ближе. А потом пойдем на автодром. Вот сколько лет парку, столько лет этому колесу обозрения. Но оно у нас не самое большое, у нас есть больше в центре города. Хотим ли туда? Ну, потом, может быть, туда сходим. Мы еще на 13-ю не захотели. Поедем на 15-ю решили. Давай. Ну, мама, садись, мне страшно. Здесь все как раньше. Вот такие вот приспособления. Все не как раньше. Ну, их у нас часто ремонтируют. Проверка. Так что мне не страшно, они проверенные. Как в раннем детстве. Давно я не каталась здесь. Главное, не ёрзай. Телефон не будет. Потом сходим на автодром. Вот там вдалеке сюрприз, как центрифуга. Вот на ней я не могу. А вон как центрифуга крутится. Сейчас, когда поднимемся наверх, и я вам покажу сверху вид. Наша башня. Это водонапорная башня. Здесь такой ветерочек сейчас хороший, свежий сверху. Не так жарко. И вон наши трубы, которые недалеко от них, наша дача. Сейчас я покажу Волгоград. Он сзади меня. Сейчас мы с вами развернемся. И вот там вдалеке Волгоград. Разглядеть бы родину мать, но я пока ее не вижу. В какой она стороне. Все, я ее нашла. Наш вон, ну там солнышко. И там родина мать. Конечно, сейчас такой небольшой загазованность. Почти, да, мы почти на самом верху. Наше другое обозрение виднеется вдалеке. Может быть, мы сегодня попадем туда. Эмоции у детей.
окрашивает здесь свежий ветерок. А новое колесо обозрения, там закрытые кабинки, оно выше раза в два. И по-моему, там на одного человека 200 рублей дороже. Сейчас мы с вами прогуляемся по самому парку, по всему, после автодрома. Мне не страшно. Устроим пикник. Кто? Ты. Сегодня такие песни звучат здесь, патриотически школьные. Так, ну мы почти уже спустились. Сейчас сходим на другие карусели. Решили еще на водных покататься ради воспоминания детства и разнообразия. Охлануться хотят. Мама. О, какая ты хорошенькая. И симпатюля. Что такое? Сейчас мы по очереди будем. А у нас перевес не будет? А что, вы маленькая девочка? Крутимся на месте. Нам сказали, нам безголовую дали черепаху, она то, что ездит безбашенно. Так и есть. Еще тут у меня такой водитель. Кругами меня вертит. А сейчас спрыгну. Как они сильно врезали. Сейчас давайте в Google попробуем. Ой, друзья, как хорошо сейчас пройду здесь. Ой, как хорошо. Да, здесь стоят все, балдеют. Друзья, мы так сидим хорошо здесь, в парке. Фонтаны, мороженое кушаем. Красота. Еще такие песни звучат. Девчонки, пиццу разбирайте. Что, плохо Маша, разрезано? Помоги! Маша, помоги! Сейчас раздербанивают. Друзья, мы сейчас уже вышли из парка и находимся на Фонтанной. Это называется улица Фонтанная. Тоже такая уютная, здесь фонтан. Красиво очень. Скоро уже будет темнеть, и мы потихонечку нагулялись, накатались, пиццу наели, мороженое поели. Девчонки, ноги отваливаются, говорят. Все, устали.
Вон, видишь, столб большой, вот этот вот столб, видишь? Да. И прям вот за ним Родина-Мать, вон там. Пошлите. Через две реки, вторая река Ахтуба, а потом Волга. Где вы видите? Вообще не видно. Вон там. Красота. Небо такое красивое, особенно вон там. Вот футбольный манеж здесь построили. Там дальше вон стадион. Спустимся. Вот сюда вот к этому столбу спуститься. Да, спустись. Немножко решил с вами спуститься сюда вниз. Здесь очень хорошо, уютно. Здесь с двух сторон, слева, справа, лесопосадка. Здесь нас облагородили. Сделали такие лавочки с навесом. Люди спускаются сюда, сидят, отдыхают, дышат воздухом. Здесь, правда, хорошо. Можно посидеть наедине с природой. Красота. Там вот я вижу, люди сидят, потому что здесь очень тяжело подниматься, высокие ступеньки. Вот очень удобно посидеть, отдохнуть и дальше подниматься. Мы раньше на речку ходили сюда, когда были подростками. Там дальше у нас река, пляжи. Так что... Хорошо, наш город очень уютный. Кто приезжает, он небольшой. На автобусе можно его проехать с одного конца до другого за полчаса. Но кто приезжает к нам, то многим он нравится. Почему-то местным нет, не патриоты. А я патриот своего города. Я в него влюблена. Очень красивый наш городок. Сейчас я спущусь. Присяду, посижу. Девчонки наверху остались. Здесь видите, как высоко подниматься. Фитнес. Ой, все, друзья, мы посидели. Теперь нам подниматься. В общем, нам еще высоко подниматься. Мы устали. На это, наверное, видео я заканчиваю. Скоро темно уже будет. Всем всего хорошего. До свидания и до скорых встреч.